Значит, митинг в защиту прав екатеринбуржцев выбирать главу нашего города объявляю открытым. Вот в городе Волоколамске. Они сейчас там дышат сероводородом. А ведь все началось тогда, когда они не протестовали против того, что у них отобрали выборы мэра. Они подумали, ну ладно, мы так проживем. Ну вот живите теперь, дышите тем, что у вас есть. И с нами есть представитель культуры. Драматург, который вырос из самых корней нашего города. Василий Сигарев. Друзья! Давайте, знаете, я думаю, мы наверняка не победим сегодня, но не каждое поражение – это есть поражение навсегда. Просто нужно запомнить этих депутатов, которые завтра примут этот закон. И больше, чтобы их не было в нашем законодательном собрании. Ни одного голоса им. Спасибо. Я с вами. Городу нужны имена, городу нужны лица, городу нужны идеи, городу нужен образ будущего. А выбрать его могут только люди, только горожане, только местное самоуправление и только на выборах. Это такая простая штука. Люди говорят о том, каким они хотят видеть город, избиратели голосуют. Не надо ничего придумывать. Этим законопроектом нас всех объявили дураками. Почему? Они решили, что мы не умеем думать. Когда же я вижу здесь 10 тысяч человек, я говорю, мы умнее всех властей. Мы сами будем выбирать. Это наш город. Это наш город. Это наш город. Екатеринбург, слышно меня нормально? Слушайте, ну смотрите, сколь много нас собралось-то. Просто очень рад вас всех видеть, потому что люди собрались честные, порядочные и хорошие. Ну какой, в общем-то, и есть наш город Екатеринбург. Слушайте меня внимательно. В Екатеринбурге традиция выбирать себе мэра существовала с 1766 года. Это право жителей Екатеринбурга, это такая городская традиция. И всегда мэры Екатеринбурга, главы города всегда были известны, и город процветал. И особенно последние 25 лет вот этот рывок, он был сделан именно при выборных мэрах. Я вам расскажу стихотворение, которое я очень люблю. И весь Екатеринбург его поймет. Слушайте внимательно. «Пойдем работать облаками, и будем где-нибудь висеть». Они возьмут так бурлаками, пойдем работать на Есеть. Пойдем работать кулаками, поднимем мы любой колхоз. Или работать кулаками, и мы утрем любому нос. Ну что, давай, брат, кулаками, идет, ударим по рукам. А если нет, так батраками пойдем работать кулакам. Понятно?